Брейнсторм, да, чтобы прийти к этому. Вот вопрос от одной из девушек. Потому что большая аудитория, люди пойдут и скажут: вау, действительно.
смотри, это не так работает. Не так. Смотри, если я позову кого-то и проиграю, типа, а, выпендривался, еще и проиграл. Но если вот меня позову, и если я проиграю, ну ничего страшного, не испугался, но проиграл. А если выиграю, так это вдвойне лучше. Поэтому пусть меня лучше проиграет. Короче, сухой рекреатив. Он не это философ, он тут философ. Много ранее. Новый хэштег Лини Сы. Кстати, мы не сы. Вопрос. У нас есть вопрос из зала. Привет. А твой вопрос был? Четче, можно всем говорить четче. Как тебе было заменять Максима Голополосова в программе «Плюс 500»? А, да, вопрос, как мне было заменять Макса 100-500 в одном из его многочисленных шоу. Я считаю, что моя главная... Вот, добавляем к целям ютубера провести топ-5 и провести замену Стаса до выбора. А теперь еще и Макса 100-500. Вот. Я являюсь человеком, который провел здесь хорошо и плюс 100-500. Добился вообще в жизни всего, могу уходить на покой, считаю. Успех! Это успех! А если серьезно, ну не знаю, я думал, что будет очень много дизлайков, потому что я совершенно по-другому веду. Не как Макс, и мне было приятно, что его аудитория хорошо меня приняла. Максу понравилось вроде тоже. Я посмотрел еще раз, вообще не смешно, позор какой-то. Следующий вопрос. Тут меня пока закидали моментами, у меня, кстати, вот выслан вопрос, я совсем забыла, мне было интересно. Я, насколько знаю, ты письма коллекционируешь от своих фанатов. Вроде вот тебе какие-то письма приходили, правильно? Кто-то пишет? Или подарки вообще? Откуда такая информация? Ты хочешь мне письмо написать или что? Значит, тут есть ошибка. Доручаю тебе подключить кулер от процессора. Кулер? Да, он не подключен. А, он даже не установлен, если что. Он просто лежал сверху. Я точно такие сборки делал. Так, у меня инспекция. Инспекция, значит. Наташа, рассказывай, что вы собрали? Последнее, что подключили, это вот эту красную вермишель. А, значит, она была, да? Ты врал, что ее нет. Украдена. Так. Хорошо, жесткий диск вот это подключили. И... Прикрутили. Так, кулер как проверяем? Кулер проверяем, потому что я подошел к той команде, вот так сделал, а он просто лежит сверху. У вас есть. Отлично, Макс стоял. А подключили ли вы его? Если он запустится, то он изрежет вот это на куски. Значит, давайте, cable management. Татьяна Крофт в образе Лары Крофт. Давай,
все так же продолжает нас радовать. Следующий на очереди огромная команда по вселенной, которую, наверное, знает каждый. От 5 до 50 даже выше. Встречайте, вселенная Star Wars! Встречайте, юная киберспортсменка Дива, исполненная прекрасным косплеером Анастасией. Бои, в которых участвовала в рамках программы Overwatch. Как зовут вас? Богдан. Богдан? Илана. Илана? Богдан, Илана и Настя сейчас будут пробовать сложнейший нас взять вызов, потому что у меня не получилось, как бы, мы выполнили с помощью Кости, но все равно это не так легко, как кажется. Согласитесь, это выглядит очень просто. Ну, шарик, ну, надуть. Вообще фигня. Давайте, три, давайте, сразу пробуем. Давайте, я уже перевожу этот парень. Сможет, нет? Не может, парень не может. Да ладно, да ладно! Не сейчас, а сейчас, ребята, я сделаю паузу. Давайте, вот у нас сейчас прямое включение на главный экран сцены. Давайте передадим привет главной сцене. Давайте передадим привет! Привет главной сцене! Давайте рассмотреть, вот он. Вот экранчики. А там главная сцена, она с ней. А главная сцена? Она с ней. А мы здесь. Включите нас, друзья! Вот вам все передают! Да, привет! Слушай, Макс, мне кажется, что мы недооценили этот путь. Или переоценили. Мы недооценили! Давай. Раз, два. Две девушки и паренек. Спасибо! Вы большие молодцы! Мы вас провожаем! Спасибо вам за участие! Ну что, последний эксперимент, да? Давайте, да, последний. Шары у нас еще есть. А дай мне тоже тогда. Да-да-да. Вот он, что делает азарт с людьми. Конечно, девчонки смогла. Все вместе считаем. 3, 2, 1. Поехали. Давай. Макс, давай. Макс, эта девчонка обогнала. Ты чего, Макс? Макс, давай. Ну, поднажми. Макс, не щекай, Макс. Ребят, здесь не стоит на всякий случай, мало ли что там. Боже, какое старание! Еще никогда с таким азартом шарики не надували. Ну, по крайней мере, Макс доказывает, что это сложно.
все показательное выступление. Так точно не надуется, Максим. Вот вы знаете, наверное, просто, так как у нас на этой сцене присутствуют юные представители нашего поколения, то легкие, наверное, еще слабоваты. Ну, за Макса я молчу. Вот. Давайте поаплодируем ребятам, которые согласились выйти на эту сцену. Спасибо вам, ребята, мы вас провожаем со сцены в зал под громкие-громкие аплодисменты. Все, мы доказали, что этот вызов выполним, доказали, что он сложный. Ребята, ну вы доказали, что вы очень... Ну давайте поддержим Макс, давайте! Давайте! Ну Макс, я так, подожди! Мне кажется, ты рукой закрываешь его. Нет. О! Это шарик лопнул! Максим! Так, ну я предлагаю, в принципе, всем пробовать. Мы, вот мы не против, если мы просто раскидаем. Дождь! Дождь из шаров! Дождь из шаров! Такого на нашем фесте еще не было. Боже, это как букет невесты сейчас полетел. Мне кажется, что сейчас даже я ринусь надувать эти шары. Я боюсь, это будет как-то странно смотреться. Ну я просто даю шарик. Всего больше на ней есть еще один. Ребят, ну вы нам подарили на самом деле крутое шоу, крутые эмоции. И даже лопнули грелку. Поэтому у нас для вас тоже есть подарки от наших спонсоров, да, от косметической компании Клиник, чтобы вы сохраняли свою мужскую красоту. Итак, я спою песню знаменитого певца Эйгона «Smack It». Yeah! Погнали! Smack it on the floor, smack it, give me some more, smack it, till you get so, smack it, oh. Прям да, нельзя? Вот животных нельзя. А я без вспышки. Следующий вопрос у нас ко всем. Как у вас
вас обзывали в детстве? Вот это людей интересует. Меня и сейчас так обзывают. Усилители Батова, Оксимирона и Джонни Бой. Оксимирон вначале очень много слов говорил. Вот всеми этими словами. Давай лучше ты, так, чтобы потом я сказал. Эльдорадо, серьезно, Эльдорадо. Есть такой магазин трудовой техники в России уж точно не знаю. А обидно? Ну, в детстве, конечно, обидно. Ты магазин. Да? Фу, ты магазин. Немного или что? Макс, как тебя назвали в детстве? Мне очень не нравилась рифма Максим Грузин. Я очень почему-то... Мне тоже не нравится эта рифма, это какая-то рифма. Я расстраивался по этому поводу, думаю... А ты не грузин? Ну просто, кстати. Нет, ну и... Ну, это я думал, что было таким самым... У меня есть страшная история, я ее никому не рассказываю, потому что когда я рассказываю, меня так начинают все называть. Имя Семен, меня зовут Семен, да? Это не имя Арсений. Соответственно, Семен и Арсений — это разные имена. И когда я Семен хочу коротко назвать, говоришь Сема. А Арсения — Сеня называют. И вот когда меня Сеня называют, меня это раздражало всю жизнь и сейчас раздражает. Поэтому я никому не рассказываю, что мы, короче, не называли. Спасибо, Сеня, это все нормально, мы никому не скажем. Следующий вопрос. Не-не-не, давайте. Вот, я хотел бы, чтобы ты что-то порекомендовал людям, у кого уже закрыты зоны роста, что им делать, как им комплексовать и париться. Я пошел видео искать, подожди, как только ты сказал, что есть видео, как увеличить рост, все, что ты дальше говорил, я думаю, что... Каналы на будущее, как увеличить рост. И вопрос для них, ребят, если вас были раньше не помните, но вы сейчас не каким образом вы будете справиться? Можно я скажу? Комплекс. Комплексов ты никогда не избавишься, это то, что будет жить с тобой дальше. Но просто ты должен научиться с ними жить и... Не показывать! Нет, почему? Я не согласен. До тех пор, пока у тебя есть комплексы, и ты их показываешь, тебе сложно с ними. Это твой враг, грубо говоря. Я научился жить с некоторыми из них, выворачивать их в плюс, грубо говоря, делать из минуса в плюс. Все хорошо, все классно. Мне сложно найти уязвимое место. Вы все думают, что это рост, но нет. Вот. Комплексы — это на самом деле здорово, это трамплин. То есть как только ты понимаешь, как с ними бороться или жить, ты становишься лучше. Ну, я думаю. Фильм «Эти орел» как раз таки про комплексы не в прямом, а в скрытом смысле. То есть там трамплин, весь фильм, человек едет, падает, а потом раз и побеждает. Так же, как и с комплексы — это проблема. А ты про себя не сказал. Вы про себя не сказали, человек спросил, какие у вас комплексы есть. Ага. Скрытый вот. А мне наоборот кажется, что если ты не показываешь, это люди не знают, какие у тебя комплексы, это делает тебя сильнее, потому что когда у тебя есть комплексы, люди об этом знают. Они пытаются тебя как-то надавить или что-то. Они знание и сила. А если ты их не скрываешь и это не видно, что у тебя есть комплекс, допустим, у меня есть комплекс. Был комплекс выступления на публике, я очень волновался. Но я же сейчас это не показываю, хотя чуть-чуть все равно есть. И если прошу, значит, этого нет уже. Что это комплекс? Ну а как? Это боязнь просто выступления. Комплекс быть как-то не принят. Что это за... Так у меня, например, всю жизнь такое. То есть я не волнуюсь выйти на сцену, но этот комплекс, он проявляется у меня на других образах. Постоянно не уверен в чем. Постоянно переживаю. Постоянно мне не нравится то, что я делаю. И все вокруг могут сказать, классный, ты говоришь, нет, задержи. Где мне? Но об этом мало кто знает. Я сейчас запрещу. Но твои зрители вряд ли об этом знают, потому что ты уверен в себе, ты такой рыдал, борьбу с нами все равно. И вот не те, кто читает твиттер, знают это. А те, кто смотрит видео в досрочной группе, те думают, что ты успешный музыкант, рэпер, креативный, язык и так далее. Слушайте, я, наверное, счастливый человек, но я избавился от всех комплексов. И мало того, я скажу, YouTube мне помог избавиться, потому что как только я начинал, мне на YouTube первое видео говорили везде, фу, ты дрыщ. И понимаете, я
такой начинал, когда тебе что-то, знаешь, как свинья на руку. Да, там как это есть, да, какая-то поговорка, что там и макаки говорит, что она не обезьяна, что-то там такое, явно через 100 раз сама начинает в это верить. Так вот, когда тебе все время пишут что-то одно и то же, то ты начнешь не верить. И так и произошло, у меня появились какие-то комплексы. Но потом, благодаря хорошим примерам, хорошим общению, классным людям в моей жизни, я, ну, грубо говоря, поборол этот комплекс, и теперь я, ну, на все 100% не обращаю внимания и не считаю, как люблю то, как я выражу. Ты в качалку пошел? И в качалку пошел. Понимаешь, YouTube я попал во всем. YouTube плохо. Я же на реальной ситуации, на YouTube заходит много подростков, много ребят. Будьте YouTube, ребят. Все. Много подростков, много ребят, и они смотрят, а, вот это классно, вот это красиво, девочки классно красятся, мальчики классно поют, успешные, а я вообще плохо, я вообще не классный. Вот это комплексы, которые мы с вами можем сформировать. Я думаю, извините, может, это не по теме, но это и наша ответственность делать так, чтобы мы свои успехи, свои красоты, крутой подачи, да, и не создавали комплексы, и ничем не лучше тем, кто нас нет. Так, у меня следующий вопрос. Что? Будет. Я похож на Юру Хованцева сейчас, который может ответить на этот вопрос. Второй вопрос. Будет ли вторая жизнь у персонажа? Я уже снял. Уже снял. Как это будет? Хорошо, спасибо. Секундочку, есть хороший вопрос, я собираюсь. Если бы вас сняли фильм, то как бы он назывался? Азон. Так, еще вопрос. Откуда я знаю, как будет называться фильм, который про меня снимет другой человек? А я знаю, Эльдар Джамахов. Испортил всю фильму в кинотеатре со 2 марта. Она была в Санкт-Петербурге на ВК-фесте 2 недели назад. И сегодня вышел выпуск «Отчет за номер 3». К сожалению, в Киеве не успевают. Спрашиваю. Вопрос ко всем. Были ли у вас в карьере трудности, из-за которой хотелось бы отстаться от детей? Если были, то как бы с этим справились? Спасибо. Трудности были у тебя? Трудности с чем? Забить хотелось. Вообще отбить. Сейчас хочется. Я был сейчас только в рот, но вышел с долго. Ну и в принципе город красивый. В Питере есть такие. В Питере тоже красивые, но здесь почему-то их очень много квадратных. Давайте повесим! Не благодарю. Следующий вопрос. Не благодарю. 2-3 главных совета начинающим видеоблогерам. Не начинай. А камон, давай теперь серьезно. Что ж человек уйдет? Советы очень крутые. Во-первых, вы можете записаться в Академию видеоблогеров, которая предоставляется компании Air, которая здесь все организовала, и реально научиться профессионально этим заниматься, если вы этого хотите. В первую очередь, самый главный совет, просто точно, сильно, хорошо пойми, хочешь ли ты этим заниматься. Если хочешь, дальше тебе ничего не остановит. А я не советую записываться во всякие школы видеоблогеров вообще. Типа сейчас появляется просто огромное количество. И я вообще не понимаю, как это работает. А если в школе преподают, да, сами видеоблогеры? Ну, большинство видеоблогеров на русском ютубе сами ничего не могут делать. Типа, да, почти у всех миллионов. Вы носите. Кто мечтает вообще о том, чтобы получить серебряную или, может быть, золотую пробу? Есть, да, кто мечтает? Ребята, значит, от мечтаний нужно переходить к делу. Пора что-то делать для того, чтобы мечты осуществлялись. Нужно создавать каналы, у кого их нет, и, конечно же, развивать качественный контент.
Надо было в этой группу, но
феврале. Я тебе разбирайся, давай. Не, не буду, не буду. 4-4. Нормально, у нас мозг идет. На каком языке говорят ночи? На двух немом. На каком двух немом? На языке жестов. На языке двух немом. Ну да, да, да. Я понимаю, но Андрей там все разбирается. Хорошо, а что принадлежит лично вам? Ваши. Но другие используют его чаще всего. Да? Имя. Имя, правильно. Руслан Бразов. Поднимаются, да. Знаток. Вопрос из зоны Kids and Family. Идет кто к городу с горы, но остается на месте. Kids and Family бросает на вызов. Что горит? Это солнце. Солнце? Нет. Оно же движется. Ты же сказала, что солнце идет кто в город. Тень тоже движется. Но остается, идет кто в город, но наконец мы нашли на тот вопрос, на который никто не смог ответить. И это, друзья мои, здорово. Да, дорога. Идет кто в город, узнает. Хорошо. Есть. Можно ли играть от Ленина? Можно ли предсказать счет любого матча до его начала? Да. Да. Какой? Какой? Да. Он не знает ответ. Не-не-не, я знаю. На самом деле, формулировку. Скажи, Руслан, я помню, что можно. Формулировку не помню. Скажи, купить нужно их. Нет, не-не-не, там формулировка другая. Гао Анжань. Такое прикольное, такая экзотическая фамилия, имя. Анжань Гао. Я не знаю, это имя, фамилия, как там по очередности. Гао Анжань, нет? Никого нет, да? Никому не дозвонились. Все, мы тогда это откладываем в сторону. Поэтому 8 подарков еще мы продолжаем разыгрывать, нет? А, это где? Что? А, они подойдут, да, я понял. А, эти подойдут, так уже все, подарков не осталось, получается. Здесь такой момент, мы вообще все не понимаем, вся команда соглашается, все понимают, что это выделяет как какую-то фишку, потому что, в принципе, мы не ставили себе целью, там, не будем материться, мы просто сели писать первый сценарий, накидали тезисов, но он записался без маты, как-то, ну и дальше так пошло. Просто мы не преследовали такую цель. Сколько лет уже, если снимаешь? В этом году 8.
не будет шестой год. Миллионов подписчиков и 1 миллиард просмотров, 1 миллиард 100 тысяч. Это неудобное количество, если мы сегодня как-то посмотрели, которые мы состоялись с тобой. Аж так прониклись, потому что кого смотрела, она посмотрела. Дурдом, да. Дурдом, да. Мы, главное, мы из Латвии. В Латвии живет 1,5 миллиона человек. То есть примерно одна Латвия просматривает каждый выпуск. Латвия, насколько я знаю, правильно было Опять-таки, поиграть вы всегда сможете и в следующем году. На видео за 2017 будет надеяться, она пройдет тут же и будет намного больше. Я уверен, что игровая зона будет еще шире и будет представлена очень много дисциплин. Будем ловить фан тогда. Так, а пока мы настраиваемся. И подойду, наверное, к капитану команды своему закату на 5 минут. Максиму Шелестову. Вообще, что ты предрекаешь? Порвете ли вы нас, или мы порвем вас? Я думаю, что мы порвем вас. Как всегда, все. Я думаю, потому что не знаю, Скилл. Давай употреблять профессиональный жаргон геймеров. Мой скилл, ты знаешь, я полдера. Так что моим жорчикам придется, наверное, не сладко сегодня с таким капитаном, поскольку я не очень хорошо играю, как просто. Я так понял, уже нет, не настроен. Еще пока нет. Маленький технический липолад. Ты пока настраиваешься, я могу послать человека, чтобы организует по той реку. У меня просто телефон садился по 1%. Так, давайте самую такую финалочку громкую классную сделаем. Приглашаем на эту сцену. Выходит Влад Карасюк для вас.